кафедральном соборе Челябинска по благословению архиепископа Феофана учреждена новая добрая традиция. В дни православных праздников после богослужения во дворе собора будут накрывать стол со сладостями и угощать всех желающих горячим чаем. Во время этих чаепитий прихожане смогут пообщаться со священниками и с правящим архиереем. Специально для этого церковные служители купили два огромных самовара по 35 литров каждый. Первая такая встреча прошла в неделю о Самарянине. К столу пригласили всех, кто в этот день побывал на богослужении. Владыка пообещал проводить такие воскресные посиделки на свежем воздухе регулярно, если будет позволять погода. За столом с архиепископом можно будет поделиться своими переживаниями, попросить совета в жизненных неурядицах или наоборот, взять благословение на добрые дела. Для того, чтобы детки наши видели добро, для того, чтобы мы понимали, что мы одна большая семья святаго праведного Симеона Верхотурского. И Бог даст, будет, когда погода хорошая, мы будем постоянно так после служб пить чай.